Всем-всем привет, девочки. Так как эфир не сохранился, то есть не скачался, сохраненный-то он был, не скачался по техническим причинам, и мы не можем его вам в этом посте предоставить, я вам быстренько покажу все нюансы, которые я показывала в прямом эфире, как просто расчертить эту открытку для подарочного сертификата. Итак, у нас отрез 25 сантиметров на 11 сантиметров. Все размеры у вас есть в фотографии, так что смотрите, выше или ниже. Так вот, 25 на 11 сантиметров. Отмеряем. С этой стороны 7,5 сантиметров. Ставим себе меточку. И с этой стороны 7,5 сантиметров. Ну, я это делаю, чтобы у меня вот так вот делаю, с разных сторон отмеряю, чтобы у меня центр совпал. Здесь это важно. 7,5. Далее. Отмеряем по 5 сантиметров. 1, 2, 3, 4, 5. Отсюда у нас 5 и отсюда 5. То есть у нас есть центр. Теперь нам нужна доска для бековки. На этот раз я возьму свою не очень любимую доску. И начнем беговать. В первую очередь бегуем середину. То есть отметку, где мы отмеряли от 7,5 сантиметров в 5 сантиметров. То есть вот это вот от края до середины у нас 12,5 сантиметров. Делаем биг. Берем и сразу складываем посередине, чтобы у нас была точно вымерена серединка. У нас же эта открытка, она должна ровно закрываться. И приглаживаем. Вот что у нас получилось. Мы переворачиваем открытку в эту сторону. И на отметках 7,5 проводим биг. Далее берем нашу открытку, складываем так, как она у нас была. Кладем и подворачиваем наши отметки 7,5. Вот одна, вот другая. Выравниваем их, чтобы они у нас были ровно. Стараемся выровнять. Вот. И только тогда помогаем себе. Вот. Палочкой помогаем себе. И в итоге что у нас получилось? Открытка у нас будет открываться вот сюда. Далее, чтобы нам было легче выставлять размеры, открываем открытку, да, вот эти вот крылья, пока не сгибаем. Берем линеечку, отмеряем 1,2 сантиметра с каждой стороны. 1,2. Вот здесь у меня крыло пошло. И тут также 1,2. А сюда отмеряем 1 сантиметр. Вот. 1 сантиметр. И здесь тоже 1 сантиметр. Помогаю себе, чтобы ровно прорезать. Потом еще дополнительные отметки ставлю. Вот. Далее берем и прорезаем. Помогаю себе коврик кладу, чтобы свой фон не прорезать. Прорезаем сначала вот так вот. Вот, по отметке 1,2 прорезали.
И затем прорезаем отметку 1 сантиметр. Аккуратно, чтобы лишнее не прорезать. Вот что у нас получилось. Убираем коврик, чтобы вам было видно. Вот, смотрите. Складываем, как было изначально. И вот что у нас получилось. Нам нужно склеить вот эту часть. Вот здесь чуть-чуть. И вот по ширине 1,2. Вот так склеиваем. Все, когда высохнет, можно сюда уже вставлять карту. Украшаем уже по своему усмотрению. Напомню вам нашу открыточку. Вон она. Такая вот. Надеюсь, все было вам понятно. Если что, спрашивайте. Пока-пока.